Ну а мы начинаем смотреть финал верхней части сетки замечательного турнира WCA Title. Ой, Production. Все нормально, это Production. Winner Brackets Final имеется в виду, финал верхней сетки. Мы делаем ретрансляцию, потому что сами сидим дома, не в Китае, а англоязычные коллеги, ну там еще Тед, китайский профессиональный игрок, победитель ВЦГ, стримит. Но эти периодически интересные мысли тоже говорят, и мы, главное, понимаем, потому что китайский мало кто знает, а английский вроде как на слуху. Что сказать? Напряжение колоссальное. Четыре человека осталось в сетке, двое, соответственно, верхний, двое в нижний. Эти два финалиста, те, которые в верхней, они уже гарантированно получили, заняли либо первое, либо второе, либо третье место. И призовой фонд там 54 тысячи, что-то вроде там 25 и 17, как-то так. Но кто сколько получит, как раз и зависит от предстоящих игр. Победитель выходит в суперфинал. Суперфинал мы будем смотреть не сегодня, а завтра, там в воскресенье, 21, кажется, декабря получается, 2015 года, так, для истории на всякий случай. А проигравший будет в лузерах выяснять отношения с тем, кто победит в нижней паре. Ну, в общем, классическая сетка Double Elimination. Явс, вообще стоит сказать про него, что он очень сильно удивил на этом турнире. Изначально он поехал на онлайн-квалификацию европейскую в качестве комментатора, но как только выяснилось, что есть свободный слот, а, к сожалению, Фоги не смог получить немецкую визу, Явс решил сыграть. И он сыграл, прошел квалификацию. После этого, судя по сообщению от комментаторов, которые вот сейчас на заднем фоне объясняют, он очень был уверен в том, что подготовится хорошо и выступит. Об этом неоднократно заявлял, но когда речь идет о турнире с таким призовым, где весь китайский топ, корейцы, которые там взяли в руки оружие, и другие сильные европейцы, типа Watch of Rich, конечно, они над ним посмеивались втихую. Но я удивил всех. Он вышел из группы, кажется, на первом месте, выиграл в четвертьфинале, выиграл в полуфинале, показывает отменную игру и грубых ошибок практически не допускает. Видно, что он очень хорошо контролирует, не просто великолепно играет, но еще контролирует замечательно свои эмоции, которые наверняка... О, стоп, сейчас момент. Добивает. Не добивает Блейд! А как так? Вот это для Явса очень хороший момент, потому что Блейдмастер пустой без экспы, ему, несмотря на включенный виндвок, не удалось добить, кажется, там была пауза, и Явс проатаковал резко всеми юнитами черепаху, он стырил девайс, и в результате Архмаг уже второго левела с двумя девайсами, и берет еще одну кучу черепах. Ой-ой-ой. Смотрите, какая разница. Прошло, опять же, пару минут с начала игры. Ну, на самом деле, где-то 2.30, 2.40. 0 Блейдмастер по XP. 2.5, ну, практически 2.5 Архмаг. Сумасшедшее преимущество. Сумасшедшее. Надо, да, закупить сапоги. Надо попытаться сейчас забрать точку с черепахами. Скорее всего, Архмаг должен побежать вниз. На точку с этими, с черепахами внизу. А футмены... Нет, футмены... Они, кажется, чувствуют, что за ними следят. Да, уже видят. Не просто чувствуют, но физически ощущают присутствие Блейдмастера. Ламбермилл доделывается у Флая. Флай вообще очень жестко тоже. Он великолепно сыграл. Я про него ничего не сказал. Но он считается одним из главных фаворитов турнира. Китайский орк. Мощный. Серьезный. Такие игры тоже вытаскивал. Мы не так много матчей вы смотрели, но то, что удалось посмотреть, например, против Тиаша, кажется, полуфинальный матч, он там, конечно, очень четко и контролит, и тоже грубо вообще не ошибается.
Попытка забрать черепах. Просветка, на всякий случай, вдруг кто следит. Уже 6 слотов. Попытка добить грантом. И здесь не добивает. Видите, он делает специально паузу перед атакой, для того, чтобы грант нанес урон, свой удар, но не добил. Элем уходит. Один удар он, да, добьет сейчас. Это первый экспа, первые 42 экспы, которые получил Блейдмастер. Первый юнит, который добит. А уже Т2 сделано. Великолепный задел для дальнейшего пуша. Судя по всему, здесь классическая стратегия а-ля Sky. И будет очень ранняя атака от Явса. А где Мун, как у него дела? Муна мы видели, Мун сыграл плохо, у него в группе были эльфы. То есть виден был его стиль фирменный, но он был в армии, говорят, что тренировался, говорят, что специально готовился. Но на турнире очень много ошибался фатально. Иногда эти ошибки в игре удало либо прощали, либо он сам как-то по крупицам вытаскивал, но... Он сыграл не очень хорошо, к сожалению, в большинстве матчей. Он не вышел из группы, насколько я помню. Как раз из той, где вот все эльфы были. Там Лоулит, Щищи и Watch of Reach. Вышел Watch of Reach и Лоулит. Попытка сейчас забрать кого-то на магазине. Он знает, что орк рядом, он знает, что орк знает, что он крипится, но выбора-то особо нет. Первые две сорочки, да, ведь? Я вижу только одну сорку. Ой, просветка, хорошо, просветка есть, видит Блейдмастера, видит, что он рядом, молоток, берет девайс, ну не может ничего сделать Блейд. Кстати, можно было и Блейдмастером молоток кинуть. Я вот не знаю, почему он этого не сделал. То есть кидаешь Блейда, дэмэджишь его, он там под слоу, под всеми делами. Кстати, реально классическая скайфская страта. Вот прям вот под копирку. Явс не дает закрепить большую черепаху. У него там есть хек, скорее всего, надо аккуратнее. Не стоит танковать Маутен Кингом. Это ошибка, половина. Хотя берет, не берет девайс. Взял большой бутылек маны, шикарно. Я во всех моментах, пока вот в этих микромоментах, где нужно добить, стырить, он во всех переигрывает. Элементали съедают, хорошее окружение спиритволкеров. У Флай... Ой, там же СХ вообще никакой, можно молоток кинуть, он делает хил. Кадоя, наверное, стоит забрать молотком. Да, Кадоя самый тут жирный, самый ценный. Бьют МКУ, у МКИ очень мало ХП, чудесным образом спасается Кадой, мало жизни у МКИ, ой-ой-ой-ой, сейчас Маутен Кинг, но и СХ окружен, СХ умирает, клэп МК делает и выходит, пытается выйти из окружения, давай, нет, умирает, но это было круто, ГГ пишет, 8 минут, 34 секунды, это такая, это... Ё-моё. Я видел, как играет Явс на онлайновых турнирах раньше, давно. Это не такой, как бы, новый игрок. Это средний, сильный немецкий игрок. Их там много было. Я думаю, Сокол там расскажет что-нибудь про Явса. И Хасу Опс, наверное, тоже что-нибудь помнит. Но он сейчас играет настолько чисто, без... Практически без помарок, то есть просто вот исполнение изумительное. Стратегия обычная, то есть стратегия, тут нечем удивить, но исполнение великолепное. И это, конечно, очень сильно поражает. Вообще, если говорить о моменте, вот сейчас вот финал виннеров, все дела, такой турнир, это вообще максимальное достижение немецкого Варкрафта за всю историю Варкрафта, собственно. Он уже дальше всего, это его личное, естественно, достижение, самое высокое, и достижение страны, как бы уже такое. Поэтому вот они и радуются.
Явно всех герокапов сливается, говорит Квест. Даже до финала не доходил. Что вот с ним происходит вообще? Что? Это допинг, может, какой-то или еще что-то? Там все было четко. Крипинг четкий, девайсы все перехватил. Докрипил третий левел, когда нужно. Крипджекнул, ну точнее не крипджекнул, а просто не дал докрипить большую черепаху. Добил большую черепаху, взял девайс. Великолепно контролил непосредственно в битве. То есть правильные молотки, правильный контроль. Когда, казалось бы, МК плохо, я для себя с удивлением обнаружил, что Сху в этот же момент он окружил. И момент... Ну, в этот момент ты видишь, что Сха умирает первым. Еще если бы он чуть-чуть, вот там прям вот чуть-чуть бы подконтролил одного футмена, он мог даже МК спасти. У МК там варьировалось количество ХП там от 5 до 15, там его приз там хиляет, по нему Грант бьет, опять хиляет. Еле-еле-еле, там еще клэпнуть успел хорошо, замедлить скорость перемещения, скорость атаки. Круто, очень круто. По сути, он за всю игру, вот так вот, если вспомнить, он, во-первых, в начале футменов не терял, если мне память не изменяет, он находился потом с магазином рядом. Два героя, пять футменов, трое из них там битые, четыре зелененьких, то есть все, все вообще чистенько. Во время сражения наверняка там были потери, но орк-то точно больше терял. Прям точно больше терял. Посмотрим следующую карту. Напомню, играют они до двух побед. То есть Явсу достаточно выиграть еще разок, и он в суперфинале. Но, естественно, радоваться не стоит. Тут вообще эмоции не нужны, на самом деле. Нужно просто повторить то, что ты сделал до этого. Ну, и если какие-то изменения со стороны противника идут, подстроиться под эти изменения адекватным образом. Все. А вот считать там что-то, если я сейчас выиграю, то-то, если я сейчас проиграю, то это, какие там шансы, какой призовой, это все не должно забивать голову, только отвлекает. У Явса в этом плане очень, повторюсь, четкий такой, ну, он играет очень надежно. Играет на ланах почему-то лучше, чем на онлайнах, это факт уже. Одно дело, если бы он приехал на лан, сыграл там один матч, на каком-то рандоме что-то получил. А другое дело, когда у вас групповая стадия, каждый играет с каждым до двух побед. Потом там сетка еще тоже до двух побед. И вот он раз за разом показывает очень уверенную, очень хорошую игру. Это, скорее всего, какая-то особенность характера. Может, у него отсутствует... Или подавлена какая-то область, отвечающая за волнение. Или наоборот, при волнении какие-то правильные химические процессы в мозгу происходят. Без мобилизации такая, без мандража. Ну, как в стрессовой ситуации бывает. Любопытно. Таких игроков они встречались, то есть там верные замечания делали по поводу ланов там в России. Были люди, которые типа Напса играли на среднем уровне, а на лане там могли Дедмана убить. У Дедмана тоже нестабильный был психологический такой момент, он первые ланы заваливал все, пока не привык. То есть в ладере убивал уже всех, был топом Европы, а на ланах сливал. Вот, поэтому тут индивидуальный так. Скорее всего, очень многое зависит от характера человека. Так, что у нас здесь? Архмаг на три четверти. Да, смысла особо отменять, наверное, нет. Это третий Борус несчастный. Увидел Блейдмастер, увидел двух грантов. Делается грейд на Т2. Тут четыре футмена будут крепить... выбил девайс уже. Девайс Блейдмастер уже... получил. Такого разрыва, конечно, по XP не будет, как в прошлой игре. Забегают сейчас оба в магазин, и, кажется, будут ботинки и там, и там. Блэйд может успеть сюда прибежать, смотрите-ка. Успел, да, успел. Там доля секунды буквально. Одного удара футменов не хватило. Подконтроливает футов.
Получил один удар, специально разменялся для того, чтобы были неполные хп. У него тоже есть ботинки, он может расстояние держать. Просто чтобы реген, наверное, шел. То есть, потому что может. Просто потому что может. Пока что побегушки весьма нерезультативные. Попытка сейчас перебить регенерацию, но Блейдмастер аккуратно тоже себя ведет. Не начинает замазываться. Оп, накидывает. Так бесит это. Гранты пытаются выловить Архмага. Оп, сворачивает конь в правильном направлении. Так, здесь Т2, видим Спирит Лодж, видим Бестиарий, Ламбермилл, СХ, абсолютный стандарт на Т2 у орковский Бладмейдж, у Явса Бладмейдж, но это скорее всего то, что Хавк делал, да и Явс тоже, насколько я помню, уже демонстрировал стратегию с Бладмейджем, когда он начинает высасывать ману у обоих героев, кидает в баниш и для сохранения жизни героев, и для нейтрализации Блейда. Ну, хотя Блейда закидывать в баниш это то еще удовольствие, потому что если он особенно битый, и ты его кидаешь в баниш, там летит хил, он эффективнее на 66% из-за астрала. Так что, ну, можно, конечно, высадить всю ману у Сихи, если получится, но это уже совсем другое. Пошла сеточка. Кстати, может быть это... Нет, это дефолт все равно. Опасно. Ну, пока, повторюсь, нет такого колоссального преимущества у Явса, как в прошлой игре. Попытка прокрипить магазин. Выманивает. Менты выбегают. Сетку кидают, к сожалению, в... О-о-о, подсветил Блейда. Ну, а что он с ним сделать может? Не отображается сверх мана, смотрите, над героем 285, а у Бладмейджа было 300, там, 335, что ли. Книжку еще прочитал. Можно добивать, можно, он не успеет. Ладно, успеет. И не успеет. Отлично. Почему я болею за... Ну, хотя, понятно, почему болею за Явса. Он... Никто не ожидал. Комментаторы говорят, что сравнивают его с Золушкой, да, с историей Синдерелла. Потому что, ну, неожиданно, что человек, который не должен был вообще участвовать на этом турнире, должен был участвовать как комментатор, бывший проигрок, показывает такую замечательную игру. Побежали менты, есть первые две сорки. Блейдмастер трется рядышком, уходит виндвок. Просветки больше нет, и, соответственно, хочется... Ой, экспа! Экспторы потом в экспириенс берет Блейдмастер, вот это да! Девайс берет тоже инвул, вот это да! Ну, все... Классно. Подождите, нет, девайс, может, взял... Нет, это из прошлого магазина большой инвул. Здесь тоже большой инвул. Да, не дотыкал. Золушка же даже, Золушка, конечно, Синдерелла. Золушка. Золушок тогда, да? Баниш спасает приста, высасывает опять всю ману. Очень удобная, кстати, карта. Видите, что видно количество маны у всех героев. Классно прям. Футмен падает. Короче, загоняется Блейд в баниш снова. Прибегают новые менты. Снова баниш. Снова дрейн. Маны должен быть. Да, у Сихи высасывается мана. Сеткой перебивается этот ченнелинг заклинания. Кадой подходит. Много сорок, с другой стороны, еще. Scroll of Speed. У Сахи больше нет маны. Баниш. Спирит Волкер уходит. Не уходит. Левела получает Архмаг. Третий левел. Второй элементали.
Инвул, большой инвул на 15 секунд, но еще один инвул есть. Кошмар, такой инвокер вообще на миде стоит по-царски. Всех просто уничтожает. С руки кидает, там... Надо сейчас свиток купить в магазине. Инвул свиток взял и продолжает пушить Явс. 50 лимита на 41. Как он отконтролил хорошо? Ну, то есть там не было прям ничего сверх, там, мега естественного, но очень четко, опять же. Сеточка на спеллбрейкера. Надо залить архмагу же, залить. Залить манки, нет? Нет, решил высосать еще ману у Блейда. Блейд вообще пустой, банишь на Блейда. С одной стороны, Блейд сильный, третий, пожалуйста, убивай. Но при любом удобном случае он загоняется в баниш и не участвует в сражении. Приходится диспелить его. Так, аккуратно, аккуратно. Хил на развороте, 42 лимита орка. На самом деле не должен сейчас Явс отступать прям так явно. У него есть свиток, он может распылять дамаг. Скорее всего, это было более тактическое отступление. Высасывает ману сейчас у Сехи. Блейд очень-очень-очень-очень битый, 150 хп. Спеллбрекера съели, надо скидать слоу, надо фокусить, надо перебивать лечение, надо снова высасывать ману бладмейджем. Только учитывая то, что маны у героев нет, он высасывает у спиритволкеров. Да, там есть у Сихи уже манка. Кадой очень битый. Снова баниш нужно кидать, да, великолепный контроль. Свиток, нет, свиток не надо на одного юзать. Снова дрейн. Ой, какие качели, а! Какие качели! Не факт, что Геринау сейчас вызовет элементаля, развернется и пойдет. Да, не удалось Явсу дожать, не удалось. Свитка нет, сейчас будут ловиться кастеры. Будет ли отдавать кастера на отступление одного? Сорочка! Да, дает сорочку. Жалко ее. Да ни в чем не виновата. Третий с эхатом уже. Здесь почти третий Bloodmage, но по разнице, соответственно, в уровне понятно, что Явс потерял больше, чем Fly. Разбежались. Лимиты одинаковые. Разница по героям нивелируется после первой же точки. И... Ну и такое легкое затишье происходит. Посмотрим, что по девайсам. Во-первых, стоит сказать, что... Неплохо, да. Что красную точку Fly закрипил. И девайс там какой? Самый бесполезный вообще. Самый бесполезный девайс, который там мог выпасть. Сарказм, я надеюсь. Самый лучший... Дроп у него в мире. А, ну понятно, да. О, ну флейта уже получше, естественно. Даже у голема отображается мана. Как же здорово. Соби маска. Главное третью, ну в смысле, главное вторую красную точку забрать Явсу, чтобы уменьшить вероятность выпадения хорошего девайса. Ну, короче, не отдать ее противнику, чтобы ничего там не было. Явс сразу выходит из лимита, а вот посмотрите, как грамотно Fly сидит в лимите 50. Он видит, что нет базы и понимает, что может. Да, очень скромный Явс скрипится, забирает сейчас красную точку Fly. Когти, девайс, ну окей. Вообще... Наверное, все-таки Архмагу нужно когти передавать. Потому что Bloodmage значительную часть своего времени проводит за высасыванием маны. Так, крипджек легкий. Получится, не получится. И пытается подрезать юнита. Диспел. Не может здесь сражаться Fly, потому что он не вышел из лимита. То есть, если сейчас реально получится... И он вернуться не может, вот что самое главное. Не может вернуться, чтобы наказать этот крипинг. Так что Явс забирает эту точку. Конечно, он будет
не сильно впереди по лимиту. А, нет, подождите, большого-то забрали, да? Большого-то орк вырезал. Огра сразу же. Тогда надо посмотреть, что за девайс там. Я не обратил внимания. А, медаль. Медаль мужества, которая 5, 4 силы, 4 инты. Мана 100. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И с этим сыхой, с этим сыхой. Да, все-таки с этим сыхой ничего не сделать. Ох, что этот русский язык с английскими сокращениями. Blizzard, переучиваемся. А что? А зачем engagement? Рейдеры ворвались, но как бы обернулись, потом увидели, что никого за их спинами нет, и обратно. Надо заливать. Пошел Blizzard. Flame Strike, а не баниш. Блейд начинает нарезать. Баниш, Дрейн и Flame Strike. То есть 1-1-1 сейчас у четвертого левела. Может быть даже второй Дрейн и 1-1-1. Ой, какой Blizzard, какой Flame Strike. Там все горит, орда горит. Какая стенка, какая позиция отличная. Высасывает ману у Сыхи. У Сыхи вообще было сейчас 150, стало 70. Блейд получает четвертый левел. Правда, он пустой по девайсам, критует. Blizzard. И отступает Флай. Господи, 66 лимита. Брейдеры красные, все замедленные. Там выжирается наверняка бутылек маны или камень маны. Но вроде у Сыхи там не так много. Какой резкий свич получился, а? Какой классный переход. Из практически бесполезных элементалей в Blizzard с пулбрейкером, который не наносит дэмэджа. И Flame Strike в качестве дополнения приятного. Горим, горим. Блейд нарезает. Там лечение от Сыхи. Баниш на Блейда. Высасывание у Сыхи. У него было 220 маны. Уже 60-30. Там второй дрейн 100%. Ох, а есть ли еще свиток? Очень все красное, гранты падают, боже мой, вы посмотрите. Фокусить, конечно, фокуси его с инвулом под банишем, давай, нападай. Господи, что он творит? Атака продолжается от Явса. Он оказался в той же самой... О, окружил гранта тут же, давай. Грант даже не сопротивляется, он на самом деле там не окружен даже. Один Архмаг, один Спелбрейкер. Гонят орду. Бесстыжий, бессовестный, бесстрашный. Что? Зачем возвращаться? За хилл-скроллом, скорее всего, да. Ай, классно. Такая позиция была у первого магазина, да? Вообще, стенка на стенку, и тут неожиданно, внезапно так, бдыщ, Flame Strike, Blizzard, Сыха такой запыхавшийся, как же это лечить-то все буду? Spirit Link, а там распределяй, не распределяй, все равно урон-то хороший, там Blizzard, там 40 за каждую волну, там 30-40-50, кажется, у Blizzard. Ой-ой-ой, Архмаг почти пятый, третий Blizzard будет, это еще больнее, еще жестче. Эй, не отводи Архмага, да, ему посмотреть хотя бы одним глазком. Отлично, пятый Архмаг. Сейчас можно было отвести, но уже не успеет. Почти пятый Blood Mage. Рабочего подрезает. А есть у тебя телепорт? И такой вопрос. Потому что, кажется, тебя разводить будут. Не будут разводить. Ну, хотя там есть магазин, он может... А, его назвали еще туристом, да, туристом. Ну, потому что, ну как... Приехал как стример на халяву, прошел квалификацию, ну ладно, европейскую квалификацию прошел. Кто там в Европе играет, да? Все, заливает Близзардом, заливает. Турист в финале, и главное, ну, по игре он явно не турист. Да он псих просто какой-то, я не знаю, почему он так на ланах играет. Ring of Protection плюс 3. Кольцо абсолютно ненужное. Рабочие все биты. Борусы убиваются. Можно просто тык... Да, Пилыч пошел. Он типа пойдет в развод. Какой развод? Флеймстрайк еще сюда зарядить. Мейн уже падает. Как ты можешь разводить без мейна? Это сложновато. Лимит 71 на 54. Огромная армия у Явса.
И даже не доделывается Пилоч сейчас, ну просто по времени не успевает этот Грей доделаться. Приходит такой Блейдмастер без маны, СХ такой, ребята, поднажмем, последняя атака, да, нас мало, но мы Орда, мы должны дать последний бой. За Таурен Чифтена, за Фарсира, за Трала. И идет телепорт. Явс такой, ну давайте. На голову прям давай ему. Бабах! Blizzard, Flamestrike, поехали! Баниш, Blizzard, Flamestrike, лечение, слоу. Ну тут просто разгром должен быть. Высасывает всю ману у Блейда, загоняет его в баниш, сверху добавляет ему еще Blizzard'ом. Еще сверху, нон-стоп, высасывание, пятый левел Blood Mage. Жду второго Flamestrike'а куда-нибудь в район, да, рабов он туда, вот да, отлично, горим, горим! И 67 лимита Хумана, то есть он 4 лимита где-то потерял, еще пару юнитов, еще Blizzard. Это непрекращающийся поток огня и воды, сверху падают рейдеры, падают последние, там 3 юнита осталось, не говоря уже о том, что мейна нет, Блейдмастер догорает, нет, хил, беги, беги, Блейд! Пишем ГГ, выходим. 2-0, изи. Немцы сходят с ума просто. Я пойду сейчас посмотрю, как китайцы сходят с ума. Их же там товарищ... Блин, нету. Как там? Дайте ссылку, пожалуйста, в чатике на этот, на корейский, на китайский стрим. Какой-то там чу, там что-то... Давайте, скорее. Там, наверное, просто все разрываются на части, китайские болельщики. Ну, быстрее, ну... Ну, пацаны, ну как так-то, ну? И никто не дает ссылку. Вот, все. Смотрим. Загружаем. Так. Ну? Флай шанс. Не обязательно все виды расстройств. Чертовски несчастный. Сумерки какие-то. Сегодня вечер. Не бороться с другими семьями. Я прошу, не-не, молоко. Макрови, сюрприз. Опа, вот так вот. Флай заправки. Мусор, крест, флай гнездо. Муха для. Что еще ценного можем прочитать? Анализируя неправильно и очевидно, обеспечен не мог, не дочитал. Стратегии слишком полные, комментарий. Не играть 35, тоже был коммент, отличный. Моя большая муха сплэш, не понимаю. Какой фарш творится сейчас на китайском стриме? Недооценивать противника было. Задержка, горшок, ах. Лягушки. Я не успеваю даже. Google не успевает переводить, понимаете? Играть минус 35. Не играть минус 35, да. Не играть минус 35 тоже было. Просто фарш. Ладно, я запись останавливаю. Впереди еще будет финал внизу, потом еще один финал. Много финалов, и завтра тоже финал. Всем финалы, пацаны.